Сегодня после годового перерыва свыше 2000 бегунов вновь вышли на старт. В столице проходит международный Астана-марафон-2021. С самого утра в Нур-Султане были перекрыты основные городские магистрали, из-за которых движение в городе парализовано на несколько часов. Но это не помешало всем желающим участвовать в главном спортивном мероприятии этой осени. В соревновательную атмосферу окунулась Динара Абдирова. 23-летний Рахмжан Кельманов первым пересек финишную прямую на Астана-марафон. Он успешно пробежал дистанцию 10 километров. Ради участия в международном забеге парень специально приехал из Алматы. Этому спорту молодой человек посвятил 11 лет. В его копилке немало побед на марафонах мирового уровня, признается парень. Рекорд на 10 тысяч метров, результат 29.56. Сейчас пробежал 21.18. Эту же дистанцию за 46 минут завершил 58-летний Канат Оспанов. Буквально несколько дней назад он пробежал 160 километров и таким образом основательно подготовился к столичному забегу. Кстати, в этом марафоне мужчина участвует уже в 7-й раз. За его плечами 38 марафонских дистанций. Он отмечает, что на офлайн-забегах царит совершенно другая атмосфера. Мы бегали онлайн, это совсем другое, не то чувство вкуса победы. А здесь, когда бежишь, и столько единомышленников бегут, подбадривают. И, конечно же, такой здоровый образ жизни, он просто необходим нашему Казахстану. Нынешний марафон стал особенным для участников. Во-первых, на забег допустили только вакцинированных. Во-вторых, мероприятие удостоено бронзового статуса от международной организации «Всемирная атлетика». Правда, такой лейбл он получил еще 2 года назад. Но из-за пандемии коронавируса в прошлом году забег не состоялся. По словам организаторов, Астана-марафон считается первым и единственным на территории СНГ и Центральной Азии с бронзовым статусом. Особенность Астана-марафон, почему нам легко так удалось получить бронзу, это отличная трасса, плоская. Вот, мы приглашаем элитных бегунов, и лучше по результатам у нас очень хорошие показатели. Бронза – это первый шаг в моем грандиозном плане. Большая самая идея – это, конечно, установить мировой рекорд на площадке Астана-марафон. Займет это у нас порядка 10-15 лет. В этом году марафонцы бежали 2 дистанции – 42 километра для участников в возрасте 18 лет и старше и 10 километров от 16 лет и старше. Отмечу, сегодняшний забег столицы благотворительный. За 12 лет организаторы собрали больше 37 миллионов тенге для казахстанских благотворительных организаций. Динара Абдирова, Аят Дусимбаев и Ержан Рахманбердиев, Хабар, 24.